burn in the morning. Hey, hey, work she rises. Hey, hey, work she rises. Hey, hey, work she rises. Burning in the morning. Put him in a bed in the captain's daughter. Put him in a bed in the captain's daughter. Put him in a captain's daughter. Early in the morning. Hey, hey, what she rising? Hey, hey, what she rising? Hey, hey, what she rising? Early in the morning. Беребор, что у меня на ужин? И что ты там напиваешь такое? Ирландское что-то? Нет, что вы, Сержин. Это всего лишь матросская песенка старинная. Никакая она не ирландская. Как же я могу в доме с англичанином петь ирландские песенки? Я чую рыбу. Просто на ужин у нас сегодня рыба. Да, у вас сегодня рыбный день, Сержин. Поэтому мы вот решили вот так вот мне напивается прям рыбная тема. Морская тема. А что за рыба? А, это нататей. Я думаю, вы не против. Надеюсь, обойдемся без костей, как в прошлый раз. Что вы. От такого мы больше не допустим. Обязательно все косточки переберем, чтобы вы больше не давились, сэр Джин. Хотя лучше бы ты удавился. Перевред, вот так смотри. Я уже с слюной схожу, да просто невозможно ждать. Не, ну, сэр Джин, ну это видели, как я мучился с этой чертовой рыбой? Сейчас все наломал, от костей очистил, теперь осталось немножко овощей добавить. И как бы, в принципе, все, ну может каплю масла. И, ну, буквально 10 минут. Ладно, ну давай поживее, поторапливайся. Молока бы сюда этому англичанину, пусть потом побегает в туалет. Вот, сэр Джин, извольте отведать вашу рыбку. Сейчас подумаю. Да, превосходно. Превосходно, Беремор. Отлично, просто.